Здорово, домкраты! Сегодня мы с вами изучим швунг жимовой с груди. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Швунг жимовой с груди является базовым упражнением для наработки правильного и мощного посыла штанги вверх. В данном упражнении полностью отсутствует фаза ухода. Соответственно, недостаток амплитуды посыла штанги на прямые руки компенсируется дожимом. Следовательно, данное упражнение не только нарабатывает посыл, но и учит правильно втыкать локти и упираться в снаряд, а не повисать на нем во время выталкивания. Первое. Расслабьте руки. Почувствуйте, как лежит штанга на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад, прогнув поясницу. Широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Второе. Совершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1/5 до 1/4 от полного низкого седа. Третье. Жестко остановитесь в самой нижней точке полуподседа, чтобы разогнать штангу обратно вверх. Движение начинаете выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного. Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, а не сжима руками. Четвертое. Вытолкнув штангу максимально вверх, как правило на рабочих весах это чуть выше лба, подхватите и упритесь в нее руками, плавно дожав на прямые руки. Зафиксируйте штангу над головой. Данное упражнение я рекомендую выполнять с весами от 70 до 80% от максимального толчка классического, от 3 до 5 повторений в 3-4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным для вас. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.